Мама, я тут кое-что случайно сломала. Мы же миллионеры, ломай, я так и знала. Я сломала себе руку, напугала ты меня. Думала, что телефон, а рука это фигня. Мама, прикинь, океан это суп. Ты, наверное, пересмотрела Ютуб. Раз уж это так, тогда докажи, что тебе нужно для супа, скажи. Для начала нам нужна соль и вода. Мясо или рыбу, зелень мы кладем туда. Океан – это суп, да, мам, вот-вот. Мы в супе купаемся, вот это поворот. Дочь, станцуешь для гостей? Ответь, да я могу еще и спеть. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. Ну-ка, дочь, а быстро мне пример реши. 77 плюс 33 получится 100, я посчитала. Повтори, что ты сказала. Мама, ну скажи мне три главных слова, о которых ты знаешь по-любому. Ну, конечно, знаю, мысли прочитала, и эти три слова я роллы заказала. Доча, что, ты дома или нет? Нет, мам, я не дома вообще. Просто ты сейчас там стоишь и с привидением говоришь. Мама, где мой телефон? Вот держи, был в сумке он. Там тебе какой-то краш написал «Привет, милаш». Срочно мне его отдай. На, возьми и прочитай. Как ты это объяснишь? Номером ошиблись лишь. Мама, можно сделать пирсинг? Нет. Ну а можно тату? Нет. Можно пойду погуляю? Нет. Тебе что жалко, я не пойму. Пока ты не закончишь школу или универ, не выйдешь замуж и не родишь детей, тогда, возможно, я и разрешу. И погулять, и на пирсинг отпущу. Благодарю. Лучше пойду Спанч Боба посмотрю. Давай мы обменяемся. Я тебе попыть, а ты мне симпл-димпл дашь. Нет. Давай мы обменяемся. Я тебе айфон, а ты мне симпл-димпл дашь. Ты серьезно? Ладно, на, держи. Слишком долго думала, мне уже не надо. Дочь, скорее собирайся, ты в школу опоздаешь. Целый час уже стоишь и лайк свой снимаешь. Тормозок возьми вон там и кофту надень. Не волнуйся, мам, школа открыта весь день. Мама, с математикой помоги. Вот этот пример мне объясни. 8 плюс 8 плюс 8, дочка, равняется цепочка. Мама, папа, я решила жить одна. Мы за тебя рады, дочь, давно пора. Вот ваши вещи, можете уходить. Будешь в детдоме так шутить. Simple, dimple, pop it. Пусть это в тренды однозначно залетит. Я не разрешаю красить волосы тебе. Мне все надоело, я пошла к себе. Тогда татуировку набью на руках. Получай чапалах. Мама, там папа домой идет. Его такой сюрприз тут дома ждет. Мой дневник ему покажем первым. Или твое платье за 1000 евро.